Доброе утро. Времени 8 часов. Девчонки уже встали. Только что. Ну и что мы видим? Что Кеша никуда не улетел. Привет! Он прямо, когда я проснулась первая, он такой, играть со мной, играть со мной. Вон он опять просит играть. Он всегда просит вот так. Нет, Кеша, нет. Кеша. Когда ты проснулась. А девочки наши купаются, позавтракали и купаются. Мне кажется, их не вытащить вообще из бассейна никогда. Вам когда-нибудь бассейн надоест, нет? Понятно. Вы посмотрите на это существо. Ест острую лапшу, представляете? Покажи, прям в тарелку к нам лез. Да, в общем, мы тут себе накрываем на стол, и он прямо к нам в эту тарелку лез. Представляете, посмотрите, здесь перец плавает. И еще яичницу он нашу увидел, еще на яичницу нашу покушался. В общем, нашли вот такую пепельницу, наложили ему острые лапшички. Кушает, все. Но он его уже не прогнать. Я пытался его уже прогнать. Он круг делает и возвращается. Приятного аппетита. Надеюсь, тебе нравится. Кеша улетел. Девочки за ним гонялись. И Кеша не выдержал такого натиска. И он улетел, в общем. Слушайте, мы совсем обленились этой виллой, со всеми этими делами. Время 12 час. Мы только-только выходим с нашего жилища. В общем, мы сейчас направились в лес обезьян. Очень красочное место. Нам уже много кто рекомендовали посетить его. За плечами рюкзак. У-ху! Поехали! Пробираемся, блин. Ребят, приехали в лес обезьян, вот проехали парковку, взяли вот такой вот билет на выезде на Бутадачи. Смотрите, это кажется рис. Он прям не шлифованный, да? Шкарлупа, да? Как сказать, листочки, да? Вот их снимаешь, и вон, смотри, рис. Белый рис. Сейчас, в общем, то, что мы вначале видели, да, это... Рис собирали. Они срезают пучок колосьев и оббивают, они прям сами отлетают. Но этот, мне кажется, не будет отлетать, он только еще хорошо сидит. Правда. Поля почистила рис и попробовала. Натурпродукт. Здесь, посмотрите, такое лобби большое. Нашли, в общем, где продаются билеты. Смотрите, это взрослый 50 тысяч стоит. А этот детский 40. В общем, не кричать, не визжать. Зубы не показывать и так далее. В общем, обезьянки на самом деле они милые, но они могут предоставлять угрозу. Перед входом взяли попить. Вход вон он получается. Сейчас мы шейк хлебнем. А знаете, что хотел сказать? Трубочки не пластиковые, представляете? Пластиковая только крышечка. Все. Все, они максимально как бы борются за природу. Чтобы не мусорить, чтобы не было лишней переработки пластика и так далее. Идем в лес обезьян. Прикольно вообще. Такая, как это назвать, архитектура. Нельзя смотреть обезьянам в глаза, нельзя приносить... нельзя пластиковые сумки и нельзя гладить типа малыша. Это малыша, и да. И нельзя кормить. Кормить. Правильно. Попахивает так от нее. Потому что здесь так интересно, здесь можно двигаться на мотоцикле, смотрите. А вот эта огромная обезьяна может здороваться за руку. Она такая большая, посмотрите. Но они весьма дружелюбные, действительно, здесь. Ну не трогай меня, скажи, я ленюсь. Направляемся к основной башне. Ну, слушай... Ну, не как в Таиланде, да, слушай? Да, в Таиланде они более агрессивные, что ли? Ну, да. Сложно, на самом деле. Держу, вот так вот все иду. Обхватил полностью всю технику, обнял ее и иду, потому что могут выхватить. Потом я буду на что снимать.
Кстати, да, по поводу Таиланда, вот, вот иду спокойненько, они как-то так особо агрессии не проявляют. В Таиланде прям раза два или три были на экскурсии, и там они прям такие прям кусучие, прям, ну не кусались в смысле, но прям кидались, что-то у них какие-то разборки постоянно. Ну так, в принципе, я смотрю, здесь сотрудники стоят практически каждые 100 метров. Я не могу, смотрите, просто. Так, сзади посмотрела. Так, все ли там на месте? Так, ты с этого бока еще не смотрел, ну-ка посмотри-ка. Что ты говоришь? А что там он такое у него торчит? Да. И писечка, мальчик он. Мальчик, я скажи. Что они такое едят, а? Что это такое? Это картошка сладкая, кажется, помнишь? Да, кажется, сладкая. И которую в Китае вот запекают ее и продают ее. Вон она лежит целый склад. О, о смотри, потягушки, смотри. Смотри. Ой, малыш лег. Ну, малыш тоже делал потягушки. Слушайте, дорога прям проходит с этим лесом. Прям рядом. Рядом, да. И вот они прям тут. Здесь, мне кажется, она какая-нибудь перемыкающая между улиц. Поэтому мотоциклисты здесь прям не брезгуют, ездят. Мне кажется, обезьян прикормили, да? Поставили забор, сделали место кормежки, попить, помыть, поспать там, я не знаю, да? В общем, лес обычный. Просто маленько обустроили его и сделали лес обезьян. Сделали такое туристическое место. Ну, мне нравится. В общем, на территории парка есть вот такие указатели. Указано, куда чего идти. И заметьте, есть китайский, корейский, английский. Мне кажется, местный вот этот, если я не ошибаюсь. Что это там? Это храм, который закрыт. И написано только для верующих. На территории парка, на территории леса, да? Есть туалет. Дяденька, смотрите, какой нарядный. Решил проехаться здесь на мотоцикле. Здесь сувениры, магазинчики с сувенирами. Слушайте, ну сувениры, это, мне кажется, их конек прям. Подальше сделали от обезьян, чтобы они там, ну, не взяли, не украли там. Верно, но мне кажется, они сюда могут прийти, вот взять, вот такой лифчик украсть, вязаный. Смотри, какой красивый. Лифчик. Да. Всякие вон статуэточки. Любят они такие статуэточки. В общем, ну, обезьяны-то, смотрю, и не трутся здесь. Они их тут отогнали, на самом деле, мне кажется, им интересны всякие вот такие погремушки. Здесь вот такое вот строение, здесь на самом деле нету ничего. Комары кусаются, зараза. Ничего нету, может, здесь какие-то выступления происходят, на самом деле. А сюда вниз, conservate forest. Что это значит? Сохраненный лес. Сохраненный лес. В общем, идем в сохраненный лес. Слушайте, ну это получается крыша этого здания. Здесь что-то там, что-то. Выставочный зал, но он закрытый почему-то. А это, мама, как раз таки открытая арена, да? Да. Так, и что здесь выступает? Обезьяны выступают? Вижу, карпу коя плавают. Это хорошо, это к богатству. Нам туда, по идее, вон туда все. Да. Идут. Джунгли. Вот так особенно смотришь туда. Вообще, вообще дерево вот это. Смотрите, добывают еду. Еда лежит порезанная, все. Кукурузу добывают. Смотри, смотри, что делают. Так. Так, сейчас я тебе помогу. Помогу или отберу? Или отберу, да. Смотри, а он что это? О, дерево скрипит. Ого, там, смотрите, ветки друг на друге лежат, и они да, скрипят. Слушай, нож лежит, вы заметили? Нож лежит на пеньке. Они могут нож взять-то и это, устроить разборки. Мясорубку устроить. Страшно, что меня укусит обезьяна. Слушай, ну здесь, ты знаешь, ну у них есть разборки. Ну как-то они как-то вот заняты собой на самом деле. Угу. Поэтому. Здесь действительно как-то более-менее безопасно себя ощущаешь. Да, так что если кто-то, ребята, с детьми подумает идти, не идти, рекомендуем, идите. Реально красочное зрелище, очень с детьми можно походить, погулять. Охотник, сотрудник зоопарка гоняет обезьян, вот ходит с рогаткой, пугает. Ага, рогатка, смотрите, у него. Они прям боятся его. Боятся? Да. Слушайте, все разбежались. Прям только подходит с рогаткой и издает такой шипящий звук, они все разбегают. Разогнал, видимо, эту басоту. Чувствует, что напряги здесь какие-то. Ящерицу, смотрите, обнаружили. А вот еще одна, смотри, подползает.
вот он где. Угу. Все пытаются защитить свое место. Прячется под листья. Скажи, ну что ты, я хотел с тобой просто познакомиться. А что, они дерутся? Ну да, тут прям... Какая бабочка. Ротик открывает. Ротик открывает. А здесь в центре вот такая вот клетка большая, и она все-таки для обезьян. Они их сюда на ночь закрывают, скорее всего. Смотрите, здесь накидывают вкусный фрукт. Как он называется? Ага, накидывают рамбутан, они здесь лакомятся, и клеточка закрывается. Ну да, здесь, в общем, рядом с лесом такой обрыв. Вон, кстати, обезьяны, вон я вижу. Далеко, да, далеко. Вон ну, что тут со мной села? Я не хочу с тобой. Я тоже не хочу рядом с ней. А пенек твой, что ли, занял? Ну, сиди. Кать, смотри, раньше какой ресепшн был. Старые фотографии про это место. 71 год. В общем, мы зашли в музей поглазеть. Арахис просит жареный. А, это не арахис, это кукуруза. Он рядом лежит, кукурузина. Ага, все, я вижу, съел. Короче, как это дерево называется, на самом деле непонятно, но здесь так шикарно оно выглядит. Смотрите, выглядит, пустило корни. Во, а здесь смотри, какое ущелье. Находимся. Да, посмотри, какая красота. Вон с того мостика мы пришли. Здесь такое вот ущелье, здесь речка такая течет, корни прям тянутся. И вот это все тянется, тянется, тянется. Здесь такая влажность повышенная. В общем, дорога туда тянется, тянется, тянется. Вероника, если буду падать, держи меня, ладно? Силач мой. Ух, такой силач. Ну, я думаю, что это тупик, на самом деле. Дошли, где вытекает водичка. Я так понимаю, ее можно набрать, наверное? Пить-то можно, интересно, или нет? В общем, написано не мыть ноги, а ее пить, наверное, можно. Еще такое, типа, как что-то священное, да, какая-то штука стоит. Мне кажется, здесь святая вода. Драка. Кусает ее. Покусали. Жестко покусали. Смотрите, у него царапина глубокая. Она прям видит то, что там у него царапина. Зализывает. И там, да, что-то зализывает. Очень глубоко, видите, нет? Это бой маленьких малышей. А вот он и выход. Все. Нагулялись мы. Слушайте, прям не боится. Ну, гид, видимо, подсказал на самом деле. О, а тут что, свадьба, что ли, проходит? Реально, у них свадьба. У них свой собственный оператор, фотограф и так далее. Они, в общем, пришли на фотосессию, мне кажется. В общем, умыться. Мы какие-то все мокрые вышли. Там нету, на самом деле, ветра никакого. И становится, знаете, жарковато. Мойте. Ребята, вышли мы с этого леса. Были с детьми, детям. Сейчас мы у детей спросим, понравилось им или нет. Нам понравилось то, что там было безопасно. То, что можно было посетить это место с детьми. Так что... Спокойно, смело отправляйтесь, если будете на Бали, обязательно посетите это место. Оно, кстати, прям топовое, да? Везде, да. В рекомендациях. Нам, кстати, ребята рекомендовали его в Инстаграм и на Ютубчике. Давай, рассказывай что-нибудь. Есть что-нибудь добавить, пару слов? Да, мне тоже понравилось то, что достаточно безопасно. Везде присутствуют сотрудники. С рогатками. Это зоопарка, да. Они отпугивают обезьян, если те начинают наглеть. Вот. Ну и, в принципе, обезьяны какие-то более дружелюбные, чем вот в Таиланде мы были на горе обезьян. У нас тоже на канале есть видео про это. Угу. Ну и в сравнении с этой горой обезьян здесь более безопасно. Так что, если вы с детьми, я думаю, что можно рекомендовать это место, да? Да. Мы рекомендуем. Мне больше понравилось, получается, быть где очень много обезьян, там еще малыши очень миленькие. И мне понравилось, как вот этот дяденька кормил из рук
прямо сотрудник. А, да? И он, она выпрашивала там, да, хлопая. Хлоп. Так, что тебе понравилось, Никуся? Вообще тебе понравилось, потому что она у нас в конце пути уже заныла. Пойдемте домой, что здесь, да, мы ходим. Уже поднадоело. Мне понравилось обезьяны, они очень миленькие. Мне понравилось, когда вон та обезьянка такая хлопала, и ей давали кукурузку. Ладно, еще что? Больше всего, что тебе понравилось? Ты больше всего обращала на обезьянки. Это... Какие? Маленькие. Маленькие обезьянки понравились? Очень миленькие они. В общем, детям понравились маленькие обезьянки, да, ребятишки, на самом деле. Пошлите машину. А, вон. Слушайте, машины... Они все похожи друг на друга. Все похожи. Я вот так подошел на парковку, нажал вот так вот, она замигала, все, мы узнали свою машину. Парковка, так, в общем, ребята, ничего не стоит. Подал ей один билет, и при въезде был такой чек. Выезд бесплатно. Хозяин виллы нам порекомендовал вот это место. Здесь продаются фрукты. Мы, в общем, сейчас пойдем поглазеем, что здесь есть. Вот, это все ближайшее к нам. Буквально проехать еще 500 метров, hello, может быть. Hello. И здесь, смотрите, фрукты у нас. Ананасы, мне кажется, еще не сезон, да? Папайю будешь, дочь? Смотри, манго, драгон. Манго. Вот это, мне кажется, мы будем частенько брать, да? Манго, мне кажется, зеленый. Помидоры, да, смотри? Это не помидоры. Вон помидоры. А что это? Не знаю. Похоже на помидоры. Ой, помидоры у них такие, вы знаете, пожуханные. Ну, пахнет помидорчиками на самом деле. Ну что, берем? Овощи есть, смотри, яйца есть, смотри, можно прикупить. Зеленый, да? А это что такое? Что это такое? Брусника. Блин, я решила лимончику прикупить. Любит она кисленькая. Виноград, кстати, есть. Тут, я так понимаю, можно какой-нибудь шейк заказать. Помидоры стоят 20 тысяч. Лук тоже стоит 20 тысяч, смотри. Да. Как помидоры. Мангустин по 25. Манго тоже 25. Манго 25. Все по 25. Магазин все по 25. В общем, решили набрать себе побольше фруктов. Катя говорит, ну так как мы на Бали, почему-то мы, говорит, не кушаем фруктов. Папайя килограмм стоит 12 тысяч. Выбрал нам самую спелую. Да. Все фрукты обошлись 102 тысячи. Два вот таких пакета. Здесь варенье продается. С тамарина, с маракуйи, с джекфрута, папайи, драгонфрут, мангустин. Вот это вкусное, мне кажется. Мангустин очень вкусное. Все с низким содержанием сахара. Хочу, ребята, с вами поделиться таким наблюдением. В общем, мы пришли, нашарились, все такие уставшие, какие-то раздухаренные. А тут, понимаете ли, нас дожидается бассейн собственный. Берем и вот так вот. Спокойненько зайдем. Папа, да, спокойненько зайдем. Витька, да, спокойненько зайдем. В общем, берем вот так вот, заныриваем и получаем просто кайфушки. Прохладненько, да? Да, да, прохладненько вообще, здорово. Да, ну. Не выходя из бассейна, у нас такой сервис. Нам мама почистила, нам Катя почистила манго. Девочки перед этим попили кокосового молока. Ням-ням-ням. Манго вообще волшебный. Слушайте, мы доели, а это тянет. Тянет. Она сейчас дотянется. Дай сюда. Ребят, смотрите, мы тут, в общем, наблюдаем за нашими обитателями нашей виллы. Посмотрите. Это кто, варан или кто это? Варан. Вот, кстати, богомол сидит и ничего не боится. Да, в общем, мы пошли посмотреть на самом деле за богомолом, а тут варана этого увидели. Но мне кажется, это не варан, мы, мне кажется, ошибаемся. О, вот он сейчас угрозу увидел, он начинает сразу шататься. Красивый, да? Но он вроде бы безопасный. Так, а где это?
Мне больше понравился этот большой баран. Вот он, смотри. Вон, посмотрите. Что там, хвост? А там все. Вот он. О, какой ты большой, я в шоке от тебя вообще. Офигеть. Слушайте, у нас тут все шевелится, живет. Нам тут, в общем, некогда скучать. Ты такой красивый. Так шумит, бегает. Будь маленький, он боится.